Excuse me, can I please talk to you for a minute? Всем привет! Вы все еще меня спрашиваете, как поживает моя Хлоечка и выздоровела ли она. Поэтому я решила сегодня снять такое видео. Смотрите, кстати, это видео до конца. В конце будет самое интересное. Кстати, на моем канале Барвина Спорт вышло видео про воздушную гимнастику. Если вы его еще не смотрели, то обязательно посмотрите и не забудьте поставить под этим видео лайк. Если, кстати, вы не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь. Ссылка на канал Барвина Спорт будет в описании. Ну а теперь поехали! Здравствуйте! Здравствуйте! Я записывала свою крыску Хлою на СПА-процедуры. Вы с прайсом ознакомлены? Нет, давайте я ознакомлюсь. Делайте все, что получится, о деньгах не беспокойтесь. Да, оставляйте Хлою, и вы свободны. Все будет в лучшем виде. Держите Хлоечку. Ой, какая она у вас красивая. Хочешь купаться? А массаж хочешь делать? Не забудьте меня набрать, когда уже будет все готово. Все, пока, Хлоечка. До свидания. До скорой встречи. Все будет в лучшем виде. Я пошла. Итак, Хлоечка, давай сначала со всем ознакомимся. Так, смотри, ты тут можешь лежать. Да, ходи, ходи. Это твой холодильник. У тебя там есть еда. Ланч. Давай я тебе покажу. Вот. Подносик, ну и, конечно же, ложечка. Потом у тебя есть собственный самолет. Ты сможешь полететь на нем, куда захочешь. Пока я тебе буду что-то приносить, там приносить ванную тебе, чтобы ты мылась, ты будешь лежать вот тут вот. Конечно же, мы тебе сделаем маникюр. Тебе не будем красить каким-то ярким цветом, потому что все-таки ты все-таки животное. Поэтому мы тебе просто накрасим прозрачным лаком ногтики и вот таким вот маслом помажем. Ну что, теперь жди меня, я пойду за твоей ванночкой. Сначала мы тебя помоем хорошенько. Жди меня тут. Да, можешь там поиграть. Ну все, я пошла. Какая-то у меня хорошая. Вот я тебе принесла ванную. Вот твоя ванная. Давай все-таки ты сначала перекусишь, хорошо? Так, Хлоечка, залазь ко мне на плечо. Я достану еду. Меня хочешь покушать? Ты скучаешь за своей хозяйкой, да, наверное? Или нет? Ну, покушай меня. Плавать так, еще раз я повторю, плавать ты будешь у нас в лепестках роз. Думаю, ты их любишь. Как мне нравится работать с животными. Так, ногтики у тебя уже длинные. Тебе, наверное, их нужно будет подстричь. Ну все, давай тогда ты пока побегаешь, побегай. А я тебя налью водичку. Excuse me, can I please talk to you for a minute? Солнышко, иди, иди, иди. Смотри, как тут классно. Чистенькая, розочкой пахнешь. Теперь будем тебя вытирать, конечно же. Так. Надеюсь, тебе это полотенце понравится, потому что оно очень мягкое, и тебе должно быть в нем хорошо. Не убегай, ты мокрая, ты можешь замерзнуть, все-таки ты лысый. Лысенький малыш. А теперь идем ко мне на ручки.
Ну, как тебе нравится? Да, нравится? Надо тщательно тебя вытереть, чтобы ты была полностью сухая, а то ты можешь заболеть. Повторю, ты же лысая крыска. У нас вторая процедура. Массаж махровым полотенечком. Вижу, тебе нравится. Сделаем тебе маникюр, да? Ты у нас сотая крыска в этом месяце. И для тебя, и для твоей хозяйки полагается приз. У тебя будет первая татуировка с бабочками и с котиком. Давай. Так, не шевелишь, потому что нужно, чтобы она пропиталась. Не шевелись, не шевелись, котик. Тихо, когда я сниму. Та-дам! Конечно, если бы ты не шевелилась, она была бы еще красивее. Но все же. Твоя первая татуировка. Может быть, ты даже первая крыска с татуировкой. Нравится запах? Мне, кстати, тоже очень нравится. Пахнет ванилькой какой-то, да? Еще задние лапки. Я знаю, как тебе, наверное, неудобно. Но ты же хочешь, чтобы ты была очень красивой? Я повтираю это масло, а потом удалю остатки, чтобы ты это не скушала. Так, давай это. Тебе, наверное, приятно. А теперь я тебя протру вот таким вот микрополотенечком. А теперь я принесу тебе одежку и позвоню хозяйке, чтобы она тебя уже могла забирать. Да? Наверное, по ней соскучилась. Ну, я пошла. Может вздремнуть. Но я быстро. Так, я тебе принесла вот такой вот свитер. Но он, наверное, будет сейчас теплый. И вот такой... Хлоечка, ты где? Хлоя! Вам плохо? У вас что-то случилось? Вы знаете... Ой, я смотрю, моя Хлоечка так мирно спит там. Где? Тут? А, да, не заснула. Вот она. С ней все хорошо, я ее покупала в лепестках роз. Мы с ней поиграли, сделала ей маникюр, покрасила ногтики. Она у нас перекусила. Все, вот ваша крыска, можете ее забирать. Пока, Хлоечка, было приятно с тобой познакомиться. О, кстати, мне она так понравилась, что я решила вам дать одежду. Вот такая вот кофточка, чтобы она не замерзла. И когда вы будете, все-таки на улице холодно, и когда вы будете идти домой, то, наверное, лучше оденьте вот это, потому что оно очень тепленькое. Вот. Все, до свидания, спасибо, что у нас были. Большое вам спасибо, до свидания, я еще к вам приду.